без зрительно тяжело, я думаю еще из-за этого, кстати, так вымотало да? морально. Да? Типа никто не отдает энергии. Вообще, да? вообще, ты просто, ну просто скинул куда-то, понимаешь? Uh -huh. Ну пустой. У меня бывает, я после концертов когда возвращаюсь, тоже тяжелый, но я все-таки чуть-чуть, ну понимаешь, uh -huh. как будто другой энергией меня залили, и мой uh -huh. организм сейчас к ней привыкает, поэтому мне от этого типа тяжело. Uh -huh. А здесь я просто выкинулся, я аж, я не знаю, как, проголодался аж вот, понимаешь? Вообще никуда просто. Я тоже вещь вышла шоколадку съела. Да. Блин. Давай, давай сделай яркий заход нам. У меня энергетики столько нет. Давай. Так яркий заход. А, у нас очередной выпуск и на опыте мы уже можем сказать, что э, каждый выпуск имеет магистральную тему. Да, но это так получается, это письма, которые присылаете вы. Есть да, всегда это... какая-то магистральная тема. Так складывается энергетика как-то вокруг выпусков. Магистральная, что они все... это значит, основная, главная. Да, все на одну тему. Это ты сейчас кому объяснила? Ты думаешь, нас смотрят где-то в малолетней тюрьме? Люди, которые не успели выпуска, закончить еще школу. Еще два выпуска назад тебе нужно было такие элементарные вещи объяснять. Знаешь, ты сейчас а, уже такой магистральный. Работай над собой. Это... Аффект. А, конечно, ботильоны. Неправильно употребил что это не, слово. Не, я не знаю. Короче, есть магистральная тема, и сегодня эта тема... Секс, э, наконец-то появился секс. Да. Слушай, ну в целом же секс самое интересное, что... Да, что может я быть... думаю, да. Да, безусловно, там проблемы и так далее, но секс mm -hmm. когда... Просто я имею в виду чем прикольно, что тут будет про секс, про развратный даже, наверное, местами подтекст, но он вообще не от мужиков то есть я прям этому немножечко так рад. У психоанализа нет морали, потому что мы рассматриваем внутрипсихическую жизнь, то есть мы можем фантазировать о том, о чем мы хотим, то есть есть большая разница между тем, что мы это делаем. Конечно. То есть то, что мы делаем, оно подвергается морали, а то, что то, о чем мы фантазируем, оно может быть. Или думаем. Да, конечно. Так, первое письмо, мое любимое. Обожаю. Сейчас все, все моралисты нашей страны сойдут с ума. Итак, в начале своего письма я бы хотела сказать, что у меня есть отношения. Я молодая и привлекательная девушка. Всю жизнь, начиная с 16 лет, у меня были молодые люди, как говорится, постоянные отношения. Молодые люди, правда, менялись, и одни серьезные отношения плавно перетекали в другие. Но значимость всегда оставалась. Я имею в виду, что это всегда знакомство с родителями, совместное проживание, быт, общие интересы, увлечения, ссоры и примирения и так далее. Если вспомнить, то я никогда не была без молодого человека. Но, также, начиная с 16 лет, я веду еще и параллельную жизнь, где есть и другие мужчины. А -а -а. Это не мои парни, это мужчины, с которыми мне приходится работать, взаимодействовать, флиртовать, быть в центре внимания. И да я изменяю. Нет, да. Я изменяла всем парням, с которыми когда-то жила. Я всегда нахожусь в состоянии потенциальной и возможной измены. Конечно, это происходит нечасто. И да, обществом это порицается. Женщина не должна себя так вести, ведь это больше мужской подход. Но я изменяю. Я тот человек, у которого есть теоретические знания в жизни, есть понимание общей морали и нравственности. Я отличная хозяйка, чуткий друг, сексуальная страстная женщина. В своих отношениях я не выношу мозг, не контролирую, доверяю партнеру, учусь мириться и идти на компромиссы. Обладаю чувством юмора и не перекрываю жизненные ресурсы. Просто я вообще не понимаю, как можно жить с одними и теми же людьми по 30 лет. Это же какие надо иметь опоры, чтобы реально хотеть видеть и возбуждаться от быта и поездок в Ашан. А с другой стороны, я умом понимаю, что это далеко от жизни. Ведь семьи на чем-то держатся. И вопрос, которым я задаюсь в последнее время: почему я потеряла ориентиры? Почему я позволяю себе такие вещи и как отказаться от этой свободы? та -дам. Опа! Для начала я предлагаю сделать очень православный вывод. Ты шлюха. Но я так не считаю. Нет? А у психоанализа нет морали. <смех> <смех> Блин, ну это такое признание, нет? Прикольное. 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 Главное, что прикольно, почему я потеряла ориентиры, а это как будто с 16 лет, то угу. есть по-другому и не было. То есть никаких ориентиров и не было найдено. Да, кстати. Действительно, в письме не было такого, да? До 22, ну, а да, потом... Да, я потеряла а, Да. Как будто бы можно находиться в отношениях только если у тебя есть кто-то на стороне. Ладно, если хочешь быстрый мой взгляд на вот это письмо. Да, конечно. А, это как будто самое честное письмо, которое нам написали. Потому что женщины скорее скрывают. Не только женщины, вообще я имею в виду. Это самое честное письмо про отношения, которое нам написали. Но то, что оно тебе откликнулось лучше всего, это не значит, что остальные были нечестные. Нет, те были тоже честные, но это до конца честное, понимаешь? Да. Ну, там из бутылки наливали, а чуть-чуть оставляли. А тут полностью вылили всю бутылку. Я вот про что говорю. Блин, хрен знает. Я, может, опять же стереотипно мыслю, но я... Не знаю, мне поэтому, знаешь, и не нравятся вот эти вот все сейчас, особенно в последнее время популярные вот эти инстаграм-семьи. Э, так. Ну понимаешь, как люди сошли с ума, как они разочаровались, такие, что? Джиган с Оксаной не на сто процентов счастливы, что произошло? Ну то есть... А тут вот, вот что произошло. мы а покупали все эти спортивные костюмы. Да, да да, да, да. Я на них была подписана. Господи, я так завидовала. Я положила крест на свою жизнь. Я думала, ну вот, вот мое призвание, следить за ними в Инстаграме. Слушай, ну мне кажется, что тут важен момент гендерный, потому что все равно есть стереотипы, что ну, изменяют чаще мужчины. Слушай, И... я думаю, это не стереотипы, а данность. Потому что в целом а развитие думаю, что... всего общества, не только российского, а всего общества... Человечество, развитие человечества а уверена, было очень архаично. Я просто лучше скрывают. Именно потому что... Общество патриархальное, если он изменяет, ну, типа подумаешь, а если она изменяет, то шлюха. Это как раз и есть идея это того, да. что мужчине можно что-то, что нельзя женщине. Поэтому женщины всегда лучше скрывали. Знаешь, когда даже учишься на психоанализ и проходишь перверсии, перверсии это, ну, условно говоря, извращение, отклонение mm -hmm. сексуальное. То есть если мы предполагаем, что она может находиться в отношениях с мужчиной только при условии, что у нее она перманентно находится в состоянии возможной измены или изменяет то, наверное, это первертное, да, что-то, ну, 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 да, какое-то смещение, ну, ты ее не финиш быть, один, ну да, условно говоря. И вот даже когда ты учишься и изучаешь перверсии, все время речь идет о мужчинах. Как а -а -а. будто у женщин перверсий быть не может. Ну, то есть до 20 века. В 20-м уже появляется идея, что вообще перверсии, они не имеют гендера. Да? Но именно поэтому я продолжаю свою идею, думаю, что женщины, всегда все это было, просто женщины лучше это скрывают. А, это а еще знаешь, что я подумал? Они не то, что лучше это скрывают, просто мужики настолько уверены в том, что ему не будут изменять, потому что это же он что он даже не ищет, понимаешь? Ну, типа, где твоя-то, да, они? Да, 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 да. А когда она туда ушла? Да, по-моему, в прошлом месяце. Ну, то есть, вот в таком ключе. Это да, женщины да. все время такие в, поис в поисковике каком-то. Да. Прочитать письмо, куда он пошел, приклеить датчик, еще чего-то там. А, подначить подругу, чтобы она его соблазнила. А потом этой же подруге сказать, ты что, шлюха, ты переспал с моим С другой ножиком? стороны, мне кажется... А нас... мужики такие, типа, да ладно, нет, все нормально. Это, это... Да, Мне-то никогда. Вы видели это? Ты святой Грааль, ну, нет с такого. другой стороны, нет, и это есть, но с другой стороны, бывает много паранойи. Мужчины иногда ищут там, где нет. А, это да, это да. Да, мы в этом плане более уродливы. Имеется в виду, у меня, ну, я свободный мужчина, у меня есть отношения с женщинами. И... Мне больше всего нравится, что я все время пытаюсь вывести сделать вне гендера. То есть, перверсии есть у всех, изменяют все. А ты все время знаешь: в этом смысле мы более уродливы. В этом смысле мы. Слушай, ну это единственный опыт, который у меня есть. Я им ты, ты видишь, изучала без половых каких-то отношений. А у меня есть только мой опыт. И он был okay. вот такой: пока, к сожалению, только однополый, я имею в виду, что ну, между мной и женщинами вот и все. К сожалению, за мной еще никто не прихлестнул из красивых мужичков. А конечно, вот. я, мне бы не помешал более опытный <свист> коллега. Ну. <свист> 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 что я хотел сказать-то? Что в этом смысле вы более уродливы в плане... А, ревности. мужики, да, 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 в плане ревности. И вот женщины, которые, они мне рассказывали истории <свист> э, о своих каких-то бывших, которые уже в статусе бывшего никак не могут успокоиться, э, не могут допустить того, что как? Типа, от меня ушли, меня бросили. И ряд из них были влиятельными, условно, там, работали в каких-то органах, да, имеют возможности, и они там следят за ними, понимаешь, прослушивают телефоны и так далее. Да, я такой, о, слава богу, я не ты. Ну, типа, я бы охренел, если бы я куда не пошел, меня везде слушают, понимаешь, запрещают там чуть ли не препятствуют выезду за границу там и так далее. Не знаю, я там понравился какой-то молодой человек, что-то к нему приезжают какие типы, говорят с ним, ну, то есть вот в таком ключе я такой, ого, то есть... Это, кстати, очень свойственная для мужчин тиранов черта доводить, доводить до того, что от тебя уже убегут, а потом такой нет, 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 да. ну давай иди сюда, да. я еще не закончил. Так а что, что с ориентированием? Смотри, тут есть какая-то идея такой повышенной сексуальности, да, помимо того, что есть там постоянные отношения, все время есть какие-то отношения на стороне, перманентные или, ну то есть. Не, не, не типа знаешь эти отношения так эти по другому то есть магистральная линия идет сексуальность и она еще про себя рассказывает какая она классная mm -hmm. она сексуальная Обычно, когда много так об этом говорится, это такая немножко истеричная сексуальность. Mm. То есть есть сексуальность такая осознанная, да, обычно они не кричат. Но знаешь, mm -hmm. а когда ты чем-то больше о чем-то кричишь, ты как будто хочешь себе это присвоить. Вот мне кажется, что тут может быть такой момент. Если интересно, вот это вот а, а, переспать с самым большим количеством, неважно, женщин или мужчин, часто есть идея, вот как ты в одном из шоу говорил, что когда похмелье, сразу хочется mm -hmm. секса, потому что как будто... Ты, ты уже умираешь. Ну, да? Да. Вот а, точно так же часто люди, которые в подростковом возрасте пережили травму, знаешь, ну типа, э, либо какой-то операции, э, либо там машина сбила, ну что-то на грани жизни и смерти, у них может переключиться либо на, на отсутствие сексуальности, либо на гиперсексуальность. Понимаешь, вот как ты заговорил с похмельем? Угу. То есть ты так напугался, ты был на грани, что как будто для того, чтобы тебе жить, тебе все время нужно с кем-то заниматься любовью. Сексом? Да. Мне все время хочется сказать трахаться, но мне кажется, это так как-то грубо звучит. Поэтому я как теряюсь, все время пытаюсь, найти заниматься, заниматься. Она тут прям трахается. А второе, это... Как будто бы, как будто бы, она выбирает мужчин, которые не могут ей дать все, что она хочет. Знаешь, ну то есть у каждой пары есть ограничения. То есть нет стопроцентного такого совпадения, что в мире ну да, есть понятно, партнер, да. который Будет, ну как бы по всем фронтам подходить. У каждой пары есть возможности, есть ограничения. Возможно, она выбирает вот для постоянных отношений, потому что она такая довольно фаллическая, но она скорее как мужик, да, себя. Ну ведет. Я Возможно, она в, пар в пару вот для постоянной выбирает мужчин такой более спокойных, более мягких, и тогда она добирает что-то на стороне. Слушай, Понимаешь? ну а нет ощущения, что это просто, как ты говоришь, просто ну, Сексуальный фетиш такой. Ну просто гораздо сложнее. Вот он ну туда вот мы вышел. Мы же пытаемся с тобой он разобраться. Он вышел за пределы еще... одного партнера. Ну, грубо говоря, у тебя, у меня, у любого человека есть сексуальный фетиш. Да. Есть. Ну, кто-то любит лизать пятки, кто-то любит, когда ему лежут пятки, правильно? Ну, имеется в виду, когда ты попадешь, когда это не в твоей энергетике сексуальной, да. и тебе говорят, там, да, я тебе пятки полежу. Да. Ты такой, что такое началось? Мамочка. Алло, ты там меня любила первые два года, точно? Да? Ну, понимаешь? В этом ключе. То есть, не надо даже, типа, я еще понимаю, когда говорят, ты мне полежи пятки, а это не в твоей энергетике. Ты, типа, эй, а тут когда, да, я тебе полежу, и все равно это пугает. А у нее выш, вышло это за рамки. Она такая, да, как ты говоришь, о, прикольно, у меня будет спокойный, но меня очень возбуждает вот это вот чувство измены, понимаешь? Но я думаю, что тут еще может, если закольцевать эту историю, быть страх, э, страх быть отвергнутый. Потому что прочитай фразу, с чего начинается письмо. А в начале своего письма я бы хотел сказать, что у меня есть отношения. То есть она боится как будто остаться одна, а любовник это всегда как будто подстраховка. Ну, потому что представляешь, если у него будет серьезное отношение с партнером, который будет по большей части ее удовлетворять настолько, что ее не нужно будет на сторону, каков будет страх, что он ее оставит. А, письмо от мужика. Да. Да, от мужчины, от парня. А, в детстве меня не принимали в мальчиковских компаниях. В школе дергали, дергали попинывали, издевались, чего только не было. Спорт я не любил и сейчас не люблю, поэтому там футбол и другие игры не играл и не мог за себя постоять. Это преследовало всегда, даже если отдыхал в лагере в другом регионе, где никто меня не знает, с первых дней гопота подходила ко мне сразу. Я вообще не люблю соревноваться, воевать и так далее. Всегда хотел дружить и всегда хотел, чтобы были у меня друзья. Но их никогда не было. Я всегда был один. Я из маленького города. Сейчас я работаю, мне 26 лет. У меня нет девушки, и не получается с ними. Просто не замечают, а если что-то пытаюсь, то не хотят гулять со мной и так далее. А друзей тоже нет, короче, всегда один. Еще родители ругаются, что я не умею общаться с людьми, а я не могу. Просто не доверяю. Меня всегда пытаются обсчитать в магазине или наебать на работе. Такое бывает, но бывает, что мне кажется. До сих пор вспоминаю школьные годы, переигрываю и думаю, как мог защитить себя и почему этого не делал. Как все это забыть, как научиться доверять людям, с чего начать. Могу сделать еще один православный вывод. Сделать? Ты гей. Первая шлюха, ты гей. Ну, я сочувствую, я имею в виду. Я, я жил в абсолютно таких обычных дворах, и потом еще в армии, в казарме пять лет прожил, и я видел, как... Ребят, которые точно излучают вот эту слабую энергию, с первых секунд вычисляли, и их жизнь вообще, ну, знаешь, ни на час не была хорошей. Но ты был тем, кто бил? Или Нет, тем, я всегда был в бил. я всегда был в стороне. У меня точно не было никогда желания над кем-то физически... Издеваться? Ну, не то, что издеваться, а доминировать. Письмо нам написал агрессор или жертва? Жертва? Ну, судя по письму, жертва, сто процентов. Ну, я, я себя сочувствую, потому что, еще раз говорю, я был в тех, в тех ситуациях, я это видел. Мне невероятно стыдно, что я никогда, к сожалению, не пытался это пресечь. Но потому что я был либо сначала мал, либо потом юн, потом ну, а молод. И я, естественно, тоже боялся, что если я не обладал ни физическим превосходством, да, ни моральным. Поэтому я думал, что если я заступлюсь, то, естественно. Нас просто теперь будет Но двое. Смотри, а если вот так вот развести на черное и белое, на жертву и агрессора, как ты думаешь, ты скорее жертва или агрессор? Наверное, жертва. Блин, тяжело сказать. Смотри, хочешь простой тест? Ты, когда слышишь а, новость о том, что Мамаев с Кокориным по голове стулом съездили угу. а, мужчине, ты в этот момент что думаешь? Я думаю, что, ну, условно там они мудаки. Ну что, насилие это недопустимо, да. это плохо. Да, абсолютно. Но конечно. в этот момент ты а, пред, думаешь о том, что а, слабых и там беззащитных а, обижать плохо? Да. Или как больно, когда тебя бьют по голове? Не, я думаю, что это То есть в этот момент это ужасное ты... проявление слабости э, доминировать нет, смотри, над кем-то. Смотри, нет, я сейчас не про анализ, а вот ты когда слушаешь, ну вот я могу тебе сказать, я слушаю новость, вот, которая уже не новость, ну к примеру, да. В этот момент я себя представляю не тем человеком, которого бьют по голове а тем человеком, у которого стул в руках. А, нет, я всегда себя представляю тем человеком, которого убьют по голове. А, ну, значит, да. скорее всего, жертва. Да. да, это точно, сто процентов. Хотя так вроде и не скажешь. А, во... Ну, я как ж, будто бы, знаешь. Подожди, я же тебе признался, что я... Э, у меня получалось не быть жертвой ни в школе, ни потом в армии, но я всегда этого боялся. То есть, возможно, я сейчас излучаю там сам собой, излучаю эту уверенность, потому что Типа мне надо опустить пыль в глаза, знаешь, мне пришлось столкнуться с этим миром и дабы в нем выжить, мне, видишь, как он говорит, где бы я ни был, меня сразу вычисляют и сразу начинают домогаться, грубо говоря, физически там и так далее. И вот страх этого, чтобы меня не вычислили, я как-то научился, наверное, ну да, вот типа, ну проявлять какую-то вот эту такую искусственную. То есть это не моя энергетика точно вообще. Интересно. Ну, я просто... вообще против насилия. Вообще. Да нет, ты я недавно дело, вот что забыл, Я, считаю, что я любой вообще... жесточайшим образом против насилия. Вообще. Человек... Жесточайшим. А Это я всегда, а, ну, я так. <кх> я никогда не понимаю суть давания пиздюлей. Никогда не понимаю. Знаешь? Мы с тобой обсуждали до этого, да? Ну, когда человек высказывает какое-то мнение, другой человек с ним не согласен и дабы ему доказать, что он не прав он хочет ему дать пиздюлей. Я никогда этого не понимал. Как ты докажешь, что он не прав? Я вот не понимаю. Этого. Там нет никакой рациональной идеи доказать, что человек не прав. Там есть идея выразить свою агрессию, которую, возможно, нельзя сдерживать. Я, я безусловно, я еще раз оговариваю, что я точно против насилия, со совсем прогрессивным миром, но мы, я пытаюсь. Ну, то есть понять, как это происходит. То есть есть действительно агрессоры, есть жертвы, да. И этот парень, как ты правильно говоришь, и как он сам замечает, он излучает какую-то такую энергию, что он всех агрессоров привлекает да, к себе, да, да? То есть он что-то такое делает, что он этих людей заставляет заинтересоваться собой. Либо зачастую ничего не делает. Ну, типа, наоборот, там, да? Ну, внутри себя. Ну, как-то агрессор всегда находит жертву, а жертва найдет своего агрессора по каким-то только им понятным вот этим вот сигналам. Да, и поэтому... Слушай, я думаю, вот он говорит, что и с девушками у меня там проблемы, там, даже не сексуального характера, а на уровне начала только отношений, что он... Ну, слушай, любая женщина хочет себе какого-то уверенного сильного мужика. А если в ну, нем... Ну как будто бы а агрессивные более привлекательные, да. чем жертвы. Ну, ну вот но, это... Вот, романтическое бы... типа, мама, я люблю бандита, вот эти все Ну истории. как будто бы... Да. да, хотя он не знает пола. Ну смотри, а теперь, чтобы уйти все-таки от этого черного и белого мира, мы понимаем, что в, ка в каждой жертве есть агрессоры, в каждом агрессоре есть жертва. Да. Поэтому, если говорить о ситуации этого парня, то мы прекрасно понимаем, что и агрессивная часть у него есть тоже да и если ну то есть но ну, она она как-то трансформирована да то есть он излучает только вот эту энергию жертвы mm. дальше он говорит я каждый раз вспоминаю эти случаи когда меня там булили и думал, думаю что мог поступить по-другому если бы я работала с ним как аналитик я бы пыталась в его фантазиях как бы он мог поступить по-другому найти реализацию этой агрессивной части mm -hmm. чтобы он мог да там взять стул защититься. Ну, Это явно было Или... бы проявление агрессии ну, в ответ. Да. Да, да, в ответ. Более сильный, и там просто. мы могли бы исследовать вот эту агрессивную часть, да, потом следующий вопрос, который задается в этой ситуации, зачем тебе быть жертвой, да, угу. потому что, как мы с тобой уже не раз обсуждали, если это жертва, то есть какая-то вторичная выгода. Ну да. Ну, я, понимаю, я просто у, не знаю, у, какая у, здесь. У, у жертв обычно вторичная выгода это э, заставить агрессора испытывать вину. Потому угу. что когда человек испытывает вину, ты можешь им управлять. Угу. Чаще всего это идет прямо с самого детства из отношения с родителями. То есть, либо ты из отношений с родителями выходишь в агрессивной позиции в этот мир, а либо ты выходишь в жертвенной позиции, то есть потому что тебе легче было, ну там, там я не знаю, в коммуникации с отцом или матерью выживать как жертва и пользоваться потом его чувством вины, там, например, отца, который там отходил его ремнем, да, и mm -hmm. потом он там на следующий день вроде как вокруг него, а он там чего-то ну, решает какие-то свои вопросы. Ну, то есть это примерно вот так вот работает. Но э, и суперагрессивным ребятам, да, и девчонкам, и супержертвенным э, важно понять, что в них есть и другая сторона. Агрессору, как бы ему это было неприятно и страшно, нужно принять, что в нем есть и жертва. Ну, то есть да важно, понятно. важно да. да. Да, ну, просто я думаю... Слушай, ты говоришь... Ты сейчас говоришь о глубоком самоанализе. А зачастую в нашей стране или там еще раз говорю, в тех условиях, в которых я был, это были люди, которые не способны к самоанализу. Он им не нужен, зачем он? Ну, они Нет, зачастую ну, были все... агрессорами, потому что я согласен полностью с утверждением, что человек проявляет агрессию, защищая какую-то свою слабость. Да. Понимаешь? Да. Условно в школе, как правило, агрессоры это двоечники, очень тупые ребята, очень, да. которого только что учительница по алгебре Назвала глупым. Может быть, даже не назвала, а вызвала к доске решить простое уравнение. Там 2 умножить mm -hmm. на 3 равно. И он написал снег. Понимаешь? Mm -hmm. Все посмеялись. И он, конечно же, в этот момент говорит, ну сейчас на перемене. Он увидел, кто посмеялся. И, к сожалению, на перемене он начинает э, отрабатывать вот эту свою слабость просто с лихвой. Он ее отрабатывает потом годами. Он один раз получил этот урон. Я-то зачастую, наоборот, убежден, что агрессоры — это самые слабые люди. То есть я читаю там ремарка, шикарная э -э -э, книга «Искра жизни» про концлагерь, и там описываются надзиратели, эсэсовцы, которые издеваются над людьми, но также он дает там их историю 10-15-летней давности, и это какие-то ну, ну слабейшие и, люди, и, и, знаешь, да, это человечек коротко. с понурыми плечами, который служил каким то клерком, Смотри, а если, сейчас если сказать коротко, тебе настолько страшно, что будут опять насиловать тебя, что насилуешь ты сам. Конечно. Ну просто, знаешь, тут еще есть такое расслоение, что как будто агрессор это плохо, потому что, конечно, применение силы это недопустимо, да, но ты же можешь и не применять силу, просто быть агрессивным и у тебя там рвет чердак, да? А жертва — это как будто всегда типа хороший, да? Но правда в том, что жертвам тоже нужно взять ответственность за свою судьбу. Ой, да? что-то ты на территорию Тодоренко полезла, мать. Я не хочу я, быть я, рядом я... с тобой сейчас в кадре. Только ее показывайте. У нас и так спонсоров нет. Сейчас еще, блин, какой-нибудь штраф выпишут. Я повторяю, что психоанализ лишен морали. Высказывание блогера это одно дело, а рассуждение о внутрипсихическом мире — это другое. Я с тобой полностью согласен. Я им, Тодоренко, всего лишь не надо было извиняться, надо было сказать, что я психоаналитик. Вот, <свят> она перепутала, к сожалению, социальную сеть с кушеткой психоаналитика. Это да, это да. Мне нравится история Тодоренко. Я ни в коем случае не желаю ей зла и так далее, но, как сказала одна умнейшая женщина, я смотрел интервью, не наша, не дуть, дуть у таких не берет. Блядь, сейчас, блядь, Горбачева, извини, сразу после твоего интервью это прозвучало. Нет, э -э -э -э, есть у Леттермана нашел на Netflix мой следующий гость, и там была The Generals. И она сказала очень крутую фразу мне очень понравился. Знаешь, так мурашки побежали, потому что она сказала: если я верю в добро, я должна верить в зло. К сожалению, вот так это произошло. Я думаю, что здесь та же история, только наоборот: если ты веришь в зло, ты должен верить и в добро. Ну, то есть, не весь мир злой. Просто парень так написал, что все, все вокруг да, него Да, я и говорю, что как будто бы его агрессивная часть, которая в нем тоже есть, она где-то отщеплена. Ему надо ее найти, хотя бы пофантазировать, да, чтобы да, он со всеми да. этими делал. Он да. говорит, как мне это забыть? Забыть никак. Забыть никак, сто процентов. С этим никак. надо будет жить. Но если быть в контакте с своей агрессивной частью и взять ответственность за свою жизнь на себя, мы же это когда это говорит психоаналитик. Задача человеку сказать, а что ты такое делаешь, что тебя бьют, да, что где твоя агрессивная часть и какая у тебя вторичная да, выгода, но это не обвинение, не не в коем обвинение случае, конечно, а это попытка дело. помочь человеку разобраться, чтобы в следующие отношения женщина или мужчина не ступила с аналогичным партнером, потому что пока ты не разберешься, что ты делаешь и какая у тебя вторичная выгода, ты будешь перепрыгивать от одного агрессора к другому. Я с тобой Поэтому, согласен. Но я, я опять же говорю, это вне морали, это Да, понятно, понятно. Без оценки психически. хорошо или плохо, да, конечно, да. конечно, это просто вот. факт. Просто да, получилось, что по идее она сказала то же самое, но с другой трибуны и в другом амплуа. Да. И в принципе, собственно, вот те самые жертвы проявили свою агрессивную часть, и этой агрессивной частью сейчас ее насилуют. Но в принципе также ей можно сказать: а что ты сделала? Не сделала для того, чтобы Абсолютно не быть ну, то есть это абсолютно зеркальная история. Ну, ты публично вы. Ну, то есть, Получается, это, да? Тодоренко попала в свое же высказывание. Да? <свят> Она просто еще выбила сто из 100, потому что тема насилия это тренд современности да, во всем мире. Вспоминается, что это приходит 30-летней давности. Люди садятся практически до конца жизни. И это… В России он только приходит. Только-только приходит вообще. Ты как будто знаешь, ты принесла себя в жертву сейчас. Во имя следующих побед. Вот этот хайп, который возник на ней, сейчас позволит к теме насилия над женщинами привлечь больше внимания. Если говорить про себя, как я воспитывал в себе уверенность mm -hmm. в молодом возрасте, я вспоминаю, я тоже искренне понимал. Да тоже, блин, видишь, я тогда неосознанно это делал, но я такой: я понимал, ты не уверенный, ну, это люди чувствуют, знаешь, mm -hmm. И я медленно как оказалось медленно. Я думал, это быстро, но это оказалось медленно. <смех> <смех> а, Все-таки я имею в виду, что я не знаю, там 26 лет, достаточно молодой парень, и еще ничего не потеряно. Я медленно, знаешь, начинал искусственно воспитывать себе уверенность. Искусственно. Она не была у меня врожденная. Условно, я выбирал, знаешь, какой-то солнечный день. И я такой понимал, о, я встал, знаешь, ну бывает такое, в приподнятом настроении. И я в этот день пытался делать дела какие-то, которые мне надо эти сделать. Брутальные мужики, которые на тебя подписаны, тобой восхищаются сейчас такие. Так он не уверен. Их я. всего два, господи. Нет, я имею в виду, так и было. Я замечал, что путем наблюдения, я замечал такое, о, когда у тебя хорошее настроение, у тебя спорятся дела. Такое есть, знаешь, когда ты такой, что-то, куда-то с кем-то как-то поговорил, с кем не мог там, знаешь, годами поговорить, обсудить что-то. Поговорил, так получилось, ты такой, а, так можно было. Зафиксировали, да. То есть окей, мы это будем делать не часто. В плохую погоду это делать не будем, потому что настроение не то. Но желательно это делать сразу после парикмахерской, потому что когда ты постригся, ты такой тоже чуть лучше, понимаешь? В этом числе. После зальчика. Да? да, 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 да. Ну, то есть, по мелочам каким-то набирать, где-то пытаться. Я имею в виду. У меня сейчас нет проблем с женщинами. Ну, как мне кажется, да, возможно, когда-то ты там, докопаешься до чего-то. Но лет до 25 они точно были. Я имею в виду, я был невероятно там, замкнутый парень, знаешь, мне там каждый там секс давался вообще, это, я не знаю, я как будто войну какую-то выиграл и так далее. Но потом, ну, я замечал тоже, что... Мне а, кажется, ты этим рассказом нравится... невероятно поддерживаешь этого парня. Да я его не поддерживаю, причем тут не один а же парень, их дохрена, я вот говорю. да, да, но мне кажется, это круто. Слушай, я считаю, если переводить это все на секс... А хотелось бы уже, да? Да. Коль у нас Магистральная тема. Я считаю, агрессоры, я уверен, очень плохо трахаются. Я уверен, что хорошо трахаются невзрачные чуваки, ну, которые понимают, что им надо добрать, понимаешь? Со мной такое было. Я вообще читал, я на себя в зеркало в 20 лет смотрел такой, кто тебе даст, тебе надо так трахаться, что просто невозможно, как потрясающе. И предлагаю все-таки не разводить, а сойтись на том, что в каждом из нас есть и агрессор, и жертва, это 100%. 100%. и нужно быть 100%. в контакте с, об с обеими частями. Тогда мы не будем уходить в крайности. Но и главное не стать злым, потому что подобное самобичевание себя может привести к чему-то очень плохому. Очень плохому. Кому-то одному достанется за всех, и это будет очень плохо. Да. Поэтому, чувак, блин, сейчас все-таки мир по пошире, и можно уехать. Он из сибирского городка, и я понимаю, что там у свои нас, законы? К сожалению, да. Все почему-то любят так гордиться, что в Сибири так брутальная. Ну, понимаешь, мне вот в этом ключе. Я, я думаю, очень, я, кстати, недавно рассуждал об этом: что у нас есть Кавказ, прекрасный край. И как мало там для меня, по крайней мере, я не хочу еще никого убить, но мне кажется, как мало там творческой вот этой молодежи. Я уверен, что это много, но в силу брутальности края ее там очень мало то, что как будто творчество — это что-то более женское. Но это опять про принятие в мужчине своей женской части, женщине своей мужской части, что тоже как будто да. очень тяжело. Слушай, кавказцы э, невероятно гордятся своими поэтами, художниками, певцами, но, как правило, их очень мало. Поэтому они ими так гордятся. Они выбирают одного... — И возносят его, понимаешь? — Может быть, это вопрос еще малых, малых народов? — Да нет, их там много. Я не верю, что в такой красоте, ну, не могут родиться творческие люди. Их там очень много. Просто единицы настолько сильно, сильные внутри, что вопреки стереотипам вот этим вот все равно куда-то выбиваются. И вот то, что я говорю. Я имею в виду, что если там расслабиться, оттуда, ну, столько будет талантливых людей. Это вообще, это будет потрясающе. — Кайф. — Да, хватит бороться. Оля, следующее письмо. А, международное. Мы вышли на международный уровень. А, я пишу из Грузии. Батуви. История длинная, но нужен совет. Она а короткая, а поверьте. А почему ты не прочитал привет? Гамарджоба? Я не знаю. Как-то люди так балдеют, когда, когда ты здороваешься на чужом языке. У меня это не вызывает такого. Знаешь. Ну, там же написано. Ну, я не знаю. Я решил не читать. Чего ты лезешь в мою шоу? <смех> 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 Итак, я пишу из Грузии, Батуми. Длинная история, длинная, но нужен совет. Мне 26 лет, я родилась в семье, где меня всем обеспечивала семья. Но в 16 лет я решила быть самостоятельной и начала работать. В 19 лет вышла замуж, но мы разошлись через 5 лет, так как я все свои энергии отправляю в работу. Сейчас я менеджер самого большого резорта в стране. И вот история. Так как я очень люблю стендап и истории Руслана. В прошлом году я поехала на концерт в Минск. После концерта я познакомилась с человеком, и после двух лет без всяких отношений он обновил мою личную жизнь. Мы сейчас не в стабильных отношениях, но летаем друг к другу часто и переписываемся часто. Он из Швеции. Сейчас он предлагает мне, чтобы он переехал жить в Грузию и начать жить вместе. Открыть отель в деревне и начать новую жизнь без работодателя и в деревенском стиле. Я боюсь бросить все и решиться на такой поступок. Так как вся история началась из-за концерта Руслана, очень нужен совет, что делать, пойти на риск или жить в моем мире работы с наилучшими пожеланиями, пожеланиями из солнечного Батуми. Видал, объединяя людей нахрен. А вопрос какой, да, мне либо оставаться в стабильности своей работы, да. либо да. попробовать... Прыгать неизвестно. Ну, не то, что неизвестно, попробовать построить там отношения, да? Ну, как маленький резорт. Ну, неважно, это идея чувака. Типа, можно попробовать. Грузия шикарное место, я читал какие-то рейтинги, они сейчас в Европе, там на первом месте по развитию туристического бизнеса и так далее. Слушай, я не знаю. Странно, я думаю, что если возникает такой вопрос, значит уже есть сомнения в чувствах к этому человеку? Нет такого ощущения? Я не то, чтобы идеалист, Нет, ну, смотри, но... нет ты, ты сразу идешь в суть, но смотри, как будто бы вопрос звучит так. У меня есть э, стабильная работа в Грузии, угу. и он мне предлагает построить маленький частный отель там, вот, где... Ну, вот, в там, той же Грузии, да, грубо не говоря. Не в Грузии, а к нему переехать. Нет. В той же Грузии. Да. А он предлагает мне, чтобы он переехал жить в Грузию, начать а. жить вместе. Открыть а. маленький отельчик, но, условно, не в Батуми, а ну, в какой-то маленькой да, деревушке, да, он предлагает да. Ей, да. Ну, то есть как будто бы она выбирает между стабильной работой и попыткой открыть свой бизнес. Но, как ты правильно заметил, в действительности это вопрос про то, что я останусь одна или я попробую построить отношения. Угу. И, и как будто бы, знаешь, именно так выглядит решение о, о вступлении в отношения, потому что когда ты один... Ты в себе уверен, ты Согласен, в большом тобой, городе да. и управляешь крутым да, резортом, да, да. а когда ты вступаешь в отношения с другим человеком, это всегда неизвестность и огромное количество рисков, да. То есть фактически вот этот вот отель и ну резорт и маленький отель – это вот вопрос того, насколько я готов рисковать всем тем, что у меня есть, ради попытки построить отношения с другим человеком. Ну, банальный вопрос. Карьера либо там, семейная жизнь? Да нет. нет. Я тебе говорю не про карьеру семейную жизнь, а что как будто бы, когда ты один, ты управляешь резортом, потому что ты принадлежишь сам себе. У тебя все стабильно. Угу. Ты как решил, так и будешь. Ну, только ты решаешь. Да, а я, когда я понимаю. Когда ты вступаешь тебя. в отношения с другим человеком, это только про отношения ты как будто бы рискуешь всем, потому что нет никаких гарантий. Я хотел сказать, здесь... Тебе придется что-то менять в себе, договариваться. То есть я говорю, что это аналогия, как будто бы вообще вступление в отношения. Здесь ты опасное один. слово, это попытка. Или попытаться, ну, то есть попытка. А это, а это всегда попытка? Всегда опасно, да. Ну, тут проблема опасна. в том, что, конечно, из-за того, что она там, э, э, ну, главный менеджер очень большого резорта. То то есть, когда если бы... ты один, ты всегда главный менеджер очень большого резорта. Это тоже верно. Нет, я имею в виду, она же могла и только-только закончить институт, еще быть на распути выбора своей жизненной позиции, а тут есть возможность поехать построить маленький отель в деревушке с любимым человеком. Да, человек. ну как Такое будто легче выбрать? Бы, как будто бы, особенно когда взрослые mm. люди, которые уже состоялись, принимают решение вступать в отношения с другим человеком, это выглядит ровно так, как в ее письме. Так все, ну добро пожаловать в современный мир. Да, вот он вот такой, вот такой. Женщины чего-то добиваются и потом. Не готовы, может быть, рисковать этом ради какого-то, может быть, хорошего мужика. А может быть, нет. И с другой стороны тоже... Да, понятно. Нет, просто раньше как будто это была привилегия мужиков, а сейчас женщины так могут. Вот и все. Еще часто есть такая фантазия, что где бы найти мужчину или там женщину, которая будет адекватной, нормальной, с которой можно построить здоровые отношения. Вот такие письма у нас есть. Но правда в том, что это всегда попытка. И всегда ты из этих отношений вернешься и с приобретениями, и с потерями. Да. То, то есть, если хочешь быть счастливым, всегда нужно рисковать. И никто не обещает, что этот риск будет оправдан. Но, Но не бли... будешь рисковать, будешь всегда владельцем очень большого крутого резорта. Слушай, Я с тобой ну, полностью согласен. скажи, согласна. прикольно, насколько это письмо отражает реально страхи людей перед отношениями. Да. Да, ну, класс, потому что наконец-то наконец мы живем в том мире, в котором отношения не панацея. Ну, в котором ты можешь быть, как сказать, одним, без, без партнера, без мужа, без детей, без всего, но самодостаточным человеком. Общество тебя не будет отрыгивать. Ну, знаешь, это же, ну, условно, это же, как сказать, современная история «Москва слезам не верит», понимаешь? Она-то там, оставшись одна, рыдала. Помнишь, что этот момент, когда такой, Блядь, да ладно, ну не так все плохо, ну ты что? Ну, я знаю историю, там в конце все будет хорошо, ну что ты так убиваешься? И понимаешь? И там ну, она совершила титанические усилия, чтобы чего-то добиться и кем-то стать и так далее. А тут нет, тут такой, да, типа, отношения, да нет, ребят, я вас умоляю. Я нормально проживу, границы открыты, я съезжу, будут романы, все дела. По сути, мне надо просто хорошо питаться, держать себя в форме, я в 50 лет, извиняюсь. Короче, я за отношения, за любовь, надо рисковать. А я... Теперь я даю совет. А я хочу сказать, что мужик остается мужиком, потому что он проявляет не какие-то теплые там, да, романтические чувства, но при готов этом говорит... Готов переехать к ней? Готов к ней переехать, но при этом говорит, нет, не надо быть директором резорта. Поехали в деревню, я тебя отвезу, построим маленький бизнес. Потому что, ну, я понимаю, чем она рискует. Она такая, а если мы не сойдемся с характерами? Этот мудак куда-то там уедет в Швецию, не потому что у него не видимо, там, у него там, видимо, ничего нет, потому что он так легко готов переехать в Батуби, понимаешь? Не попробуешь, Да, не а не я знаешь. потом приду в резорт, а там другая уже такая бабенка, которая ну, выбрала резорт вместо отношений, такая, э, иди-ка давай отсюда. Не попробуешь, не узнаешь. Здравствуйте. Кратко расскажу ситуацию для ввода в курс дела. Мне 23, и у меня за всю жизнь было два молодых человека. Оба мои ровесники. С одним встречались 4 года, со вторым 2. Во время всех отношений меня лично не устраивал только один момент. То, что они ровесники, хотя и очень хорошие ребята. Просто в сексуальном плане всегда тянуло к мужчинам 38+. Ладно. Когда я ушла от второго молодого человека, у меня появился взрослый мужчина. Как раз идеальных параметров. Ого, господи но дело в том, что у него на меня совсем другие планы, а именно никаких. Ему не нужно ничего, кроме секса. Вопрос следующий: угомонить свою либидо и строить жизнь с ровесниками без секса, или нахер семейную жизнь, занимайся саморазвитием и сексом со взрослыми мужиками? Еще один фетиш. Да. Добро пожаловать. Кто-то любит заниматься сексом со взрослыми? Это ее дуб. А? Да. Но по-православному ты, безусловно, шлюха. Это сто процентов вообще. Это я. Ну что, я замечательно, еще один фетиш. Да. Женский. Самое главное, да. что женский. Да. Я да. люблю заниматься сексом с мужиками, взрослыми, которые, ну, только за счет опыта умеют заниматься сексом. Все? Ну и классно. Я полностью согласен. Я сейчас занимаюсь сексом гораздо лучше, чем я это делал в 20 лет вот. вообще. Да. Я в 20 лет пыхтел как паровоз, но нихера не получалось. Вообще, ничего. Сейчас. Я на, максимально, что может не получаться, на максимально энергосберегающем режиме, но все прекрасно. Это опыт. Я считаю, что надо вступать в отношения и пробовать с теми, с кем нравится. Совершенно не обязательно. Я не вижу вообще никакой проблемы. Я не понимаю, откуда вообще есть идея, что нужно строить отношения только с ровесниками. Я считаю, что нужно получать удовольствие, и вообще не вижу никакой проблемы здесь. Да! Ну, я имею в виду какое-то такое письмо, типа... Знаешь, это больше Слушай... претензия к 23-летним, типа, «Чего вы так плохо трахаетесь?» А здесь история того, что вы не разговариваете, значит, во время секса. Конечно, ты занимаешься сексом с парнем, которому 23 года. Ладно, ты, например, там, сексуально активная, более раскрепощенная, Он пока вообще в шоке, что ему досталось. Такая 23-летняя, раскрепощенная девушка. Он в целом такой Вау! Он не знает, что делать. Подскажи. Ну, я им иду, ему в виду: скажи ему что-то. Пусть она должна ему что-то подсказывать. Пусть а она занимается проблема? сексом с мужчинами, с теми параметрами, которые ей подходят. Чего она вообще должна? Откуда вообще идея, что она в 23 года должна встречаться и заниматься сексом только с ровесниками? Потому что она пишет, что они меня, как люди, полностью устраивают. Ровесники. Но у меня не устраивает В ну, Сексуальном плане. Сайт, да, да, это настолько поправимая фигня. Ой, нет. Да нет. да. Да ну нет. Да. Слушай, моя нет, жизнь. Если это вопрос каких-то нюансов и недопонимания, то да. Если люди не совпадают, то они не совпадают. Я, ну, как бы, это знаешь, нет. типа из разряда как шутку объяснять. Если ты не понял, то. Нет, в -то не согласен, ты что? В да, ну моей жизни мне было 22 года. Да, я заканчивал четвертый курс. Появилась женщина, девушка, она была взрослее меня там, может, на 5 лет, на 6, ей было там 27-28 лет. Я не знаю, где ты сейчас, я тебе так благодарен, она меня таким вещам научила, обычным, банальным. Ну так она была старше но тебя. Она, ну, имеется в виду, это была, я понимаю, но это была женщина, которая разговаривала со мной во время секса, понимаешь? Я до этого занимался сексом, ну, в втихаря вообще, как, как, я не знаю, как глухонемой какой-то, понимаешь? В кромешной тьме, блядь, все, играла Энигма, и я был, ну, невероятно наебенен Мартини, и что-то просто как медуза там еле-еле плавал, понимаешь? Я ничего не умел. А тут она такая. Ну, Эй, так она старше. Я не понимаю, почему эта девушка 20%. Она морально лет должна, старше. Должна... Ну, видимо, судя по всему, она сексуально, морально старше. Ну так будь той женщиной, которая так Почему научит Она должна кого-то типа? учить. Я считаю, что она должна заниматься сексом с теми мужчинами, которые ей нравятся. И если с несколькими не сложились отношения, это не значит, что не сложится с другим. Нет, если так рассуждать, туда. да. Я просто зацепился за фразу, что во всех отношениях меня лично не устраивал только один момент. Ну, они не привлекательны для нее. Нет. С другой что... стороны, я могу, смотреть, это распространенная идея, что в 23 тебе нравятся мужчины старше, да? И как и женщины. Как и женщины, да. Да, да. 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 потому что да. ты ищешь опыт. Вот, и я могу сказать, почему я, ну, то есть, как мне кажется, что это происходит. Есть кризис 20 лет, тебе уже 20, а ты еще пока ничего из себя не представляешь. А ты еще никуда письку не вставил, да? Ничего из себя не представляешь, типа ничего не добился. Это кризис 20-летних. Конечно, тебе будет прикольнее во всех отношениях с мужчиной, который уже чего-то добился. Угу. Как, ну... Как, то есть он будет привлекать, понимаю, you, потому конечно. что ты сам, ну, условно говоря, хочешь быть уже человеком, который чего-то добьется. Это раз. А во-вторых, примерно в 20 лет и у тех, и у других происходит сепарация с родителями. Ты уже не маминь, не папина дочка, не маменькин сыночек, поэтому зачастую для девочек в 20 лет им не нужно... Ну, то есть сверстники могут предложить только партнерские отношения. Ну да. А, а ей, которая еще только отделилась от родителей, хочется быть рядом с кем-то, то еще ей додаст вот эту вот опеку, уверенность, потому что какая уверенность в 23 года. А когда 38 плюс, то, конечно, это совершенно другие отношения. Ну, то есть я имею в виду, откуда проистекает желание в 23 года, заинтересованность, потому что, условно говоря, когда тебе 34, ты такая думаешь, ему 40, и зачем мне это надо? Я с тобой согласен. Понимаешь? Да, но ты же говоришь о том, что все 20-летние это чувствуют. Ну, то есть это как... Не все. Я говорю, что это распространено. Потому так же, как и у парней, да, наверное, им интереснее в это время не учить кого-то, да, чтобы научили. Ну, чтобы научили, да, 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 да. да. Причем это и в сексе, и когда с тобой более уверенно, потому что когда ты сам еще супер не конечно, тебе комфортнее женщины, которая уже про себя понимает. Так я с тобой согласен. Я про это говорю, что вот почему женщины управляют миром. Потому что ты в 20 лет парню, да, будущему, либо там Билл Гейтсу, либо Гитлеру, можешь нанести такую травму, просто как-то не так среагировав на его член, понимаешь? Ну, то есть, ты На считаешь, что парень в 23 не может нанести травму 23-летней девчонке? Конечно, может, безусловно. Но у меня есть. такой вообще такое... подростковый возраст, хотя 20. Да. Ну, то сейчас это и растянуто, очень-очень травматично. Да. Так может быть, уважаемые, я имею в виду, государство, может, мы в 10-м-11 классе ну, не религию будем вводить, а. Отстань-то от религии это уже. Просто неприлично. Может, будем вводить сексуальное образование? Ну, Прекрасная рассказывать идея. о том, что это член, его надержать в руках. Ну, он не всегда вот так выглядит, как в учебнике биологии. Поняли, в разрезе, блин, там, с этими. Он не всегда такой, он вот такой. Ну, они бывают разные, бывают там толстые, бывают... Не очень толстые, Слушай, длинные и так далее. Вопрос сексуального что? образования, я считаю, что это правда очень важно. Очень важно. Я Но его получал. мы делаем то, что на своем маленьком пери... периметре, мы делаем то, что от нас возможно, обсуждаем это. Я получал отвратительное и... сексуальное образование. Отвратительное. Мы были в классе шестом, у нас с ребятами был штаб. И сколько это, Шест... шестой класс, сколько лет? Двенадцать, наверное, да? Ну, наверное. 14. вот где-то такой возраст. И мы... Это прям откровение, кстати, я что-то вспомнил. И мы в этом штабе, ну, так называлось, это место, где мы находились, друг другу показывали свои члены. Там не было взрослых. Показывали эти члены свои, и, естественно, у кого-то был больше, и все те остальные пять человек уходили в свои, ну, в квартиры своих родителей, понимаешь, с этим, с каким-то таким грузом, типа, господи, я ничтожество. Ну, а надо объяснять, что, блин, я не знаю. Потом потребовалось несколько лет и несколько женщин, которые мне внушили, что, да, отличный у тебя член. Вообще отличный, шикарный. Нам елда не нравится. А я всегда себе хотел, знаешь, сантиметров 28, чтобы там в стакан не влазил бы. А мне, ну, прям терапия. Я невероятно рад, что мне повезло с женщинами. Мне в жизни с женщинами капец как повезло. Капец. Меня капец как, как хорошо, аккуратно, нежно и страстно и вульгарно местами ко мне отнеслись. Что, знаешь, ну, как будто бы вот загладили вот эту рану, которую я увидел в шестом классе. Блин, может он раз в пять оставался на второй год, поэтому у него такой член. И, возможно, потому что он был черный. Это неправда. Но это очень важно. Я всех призываю, молодых особенно, которые сейчас только начинают там, да, особенно первые. Не с другими мужиками, просто спросите у девчонок. У девчонок? Нет, я имею в виду и парней в отношении девушек. Если вдруг она что-то не умеет, не вздумайте, там, не дай бог, улыбнуться или еще чего-то. точно нормально. И девушки, да, в отношении парней вообще... С к ней очень нежно отнеситесь, очень нежно. Я стараю, вообще... как-то это выяснял, да? Че? Поклянись, что... Да не, ну как? Ну, естественно, я был хитрый тип, знаешь? Поэтому я такой, типа, ну, блин. Она такая, ну, у тебя там, условно. Блин, я сейчас, Почему я вам рассказываю все на своем примере бы? Мне друг рассказывал, у него там женщины говорили, о, блин, какой у тебя классный член. А он хитрый был такой. Он такой, да, да нет, хватит, у меня маленький. Ну, да нет, нормально. Да нет, маленький, да нет, нормально. Ну ладно, нормально. Это, это, это было важно. Это важно было. Если после, условно, того, что я увидел, еще бы оказалась женщина, которая «Чего?» Ну все. Все. Я бы сейчас в Росгвардии возглавлял бы батальон какой-то, понимаешь? Я серьезно вам говорю? Людей бы с собаками там, ну, разлучал бы их с собаками на чистых прудах. Это... Да, я с тобой согласен. Живи так, как тебе хочется, занимайся сексом со взрослыми мужиками, но не забывай, что когда-нибудь ты тоже будешь взрослым. Простите за объем. А, месяц назад меня бесплатно. А это ж мой О, м -м -м -м, вообще прекрасно. Это такая студенческая история вообще прям. А простите за объем. Месяц назад меня бесплатно пригласили покататься на лыжах. Это недорого там, где я живу. Я спросила, можно ли взять подругу. Мне разрешили. В итоге едем я, моя лучшая подруга и мой знакомый. За день до отъезда я пригласила мальчика из Тиндера. Симпатичный, с потенциалом. Была уверена, что он откажет. Но он смог в последний момент и все билеты докупил прямо с утра перед отправкой. Первый день мы откатались втроем. Товарищ приглашавший изначально не умел кататься совсем, поэтому, соответственно, мы катались без него. Один шикарный день. У нас была одна ночевка в отеле рядом. Вечером перед сном мы втроем пошли пить и болтать, пока другой товарищ спал. Это был тот самый душевный, глубокий диалог, который заставил меня почти влюбиться в парня из Тиндера. Еще год назад он был прикован к кровати. Долгая история, опущу. Часа через три мы пошли спать. В номере мы сдвинули две кровати, чтобы поместиться втроем. Три человека максимум в номере. Ночью я просыпаюсь от того, что моя лучшая подруга занимается сексом с парнем, с которым мы флиртовали прямо у меня под боком. Прекрасно. Ой, ням-ням. А, передо мной стала дилемма. Я бы, честно говоря, охуел. Ну ладно, пускай это будет дилемма. С одной стороны, он не мой парень, чтобы я ревновала. И я, и подруга встретили его впервые. С другой стороны, мы познакомились в Тиндере, где ничего не намекало на его развязанность. Он вел себя все время как настоящий джентльмен. И моя подруга, которая знает о моих проблемах в личной жизни и как тяжело мне дается открываться людям. Что бы вы сделали? Спойлер. На следующий день я сделала вид, что потеряла голос от простуды, мало разговаривала, а после прощания удалила всех из мессенджеров. Вот она говорит, типа, хотя в Тиндере ничто на это не намекало. Ну, в смысле не намекало? В Тиндере ключевое слово, нет? Я, может, Слушай, плохо я, отношусь к современным вот этим ресурсом знакомств, но я точно помню, что как только Тиндер появился, это был, ну, это был самый легкий и быстрый способ достижения секса с человеком противоположного пола. Все. У меня были ребята, которые там знакомые, не друзья, которые хвалились, говорят, я занялся сексом через 14 минут, как написал девочке в Тиндере. Ну, понимаешь? На Олимпиаде э, число запросов в Тиндере увеличивается в 4 раза. Среди спортсменов там никто не ищет себе мужа, понимаете? И ты тут пригласила... Слушай, ну, они уже встретились, поехали. Там же вопрос был, что, может быть, она не отказалась от общения с ним. Но она проснулась от того, что ее подруга занимается. Вы пошли выпили втроем легли в постель. Ну, надо было ну, подругу положить с краю. Я не знаю, что. Слушай, но она как будто спрашивает, как бы она должна была отреагировать на это, да? Типа дилемма. Да, какая дилемма? Ты, а ты. Хорошо, ты всех удалила из мессенджеров и подругу в том числе. Ну, в смысле, ты. Рассталась с подругой с из-за из неизвестного тебе чувака из Тиндера? Да. Ну то есть она и спрашивает, насколько адекватна моя обида, да, если я его там с ним в Тиндере? и мы, собственно, с ней одновременно с ним познакомились, да, насколько я могу на это реагировать так, как я отреагировала, да, или, в принципе, ничего экстраординарного не произошло, и мне подруге, ну, грубо говоря, и предъявить нечего. Слушай, я думаю, что на дистанции, поздравляю тебя, у тебя есть шикарная жизненная история на дистанции. Я имею в виду, через 5-10 лет в очередной раз ты кого-то позовешь из Тиндера с подругой на курорт, и пока вы будете выпивать, ты будешь рассказывать эту историю, дабы предотвратить ее второй раз. В целом, можешь это сделать с теми же людьми. Блин, ну не знаю. Слушай, это... Нет такого, что это немного женское, что ты позвала типа из Тиндера, который тебе нравится, на курорт, вы выпили, и пока вы выпили, ты такая, а может быть... А подруга такая, «М -м, отсосу ему. Вот, вот и все. А он, ну, получив два этих предложения вербальных, выбрал, отсосу тебе. Ну, я полагаю, что так и было. Ну, автору письма все равно хочется посочувствовать. Это супер неприятно, даже если пофиг на них. Но прямо сейчас. В неприятно, если тебя, если другую предпочли тебе, потому это что да, это, женскую конкуренцию стороны, да, никто не это отменял да. и дружба э, от конкуренции женской не спасает. Это да. Вот, поэтому безусловно, тут может быть не так сильно он был нужен, но все равно от отвержения, от того, что тебя не выбрали. В общем, от этих ощущений отделаться невозможно. Это я согласен. Поэтому тут, тут, понимаешь, интересный вопрос в том, что она же рассуждает, как и ты. Я сама его позвала, ее, да, и, в общем-то, мы с, ним, с ней одновременно... То есть в равных были условиях, то есть она не с парнем приехала. Но при этом она жутко обиделась, потому что ей было больно, противно и обидно. Но это все чувства. А чувства у нас находятся в 70% бессознательно. И их мы контролировать не можем. Поэтому ты имеешь полное право обижаться, расстраиваться и никуда не заталкивать эти чувства и не говорить себе мозгами, что я его знала столько же, сколько она, и сама позвала, и вообще я не должна обижаться. Нет, если тебе обидно, обижайся. Если тебе хочется плакать, плачь. Если тебе сейчас не хочется общаться с подругой, не общайся. Ты имеешь право на все эти чувства. Потому что чувства рождаются без каких-то рациональных установок понимаешь Полностью да Ей было жутко неприятно Полностью. и обидно и и очень жаль что она оказалась в этой ситуации но правда в том что действительно есть крутая история в следующий раз будь подругой если говорить по православному безусловно подруга шлюха Последнее. Да. Блин, оно у нас и у меня нет четкого отношения к нему. Я так и не придумал. Я с ним ознакомился. Я думал, я за, за время через я за время придумал свое отношение, и я так и не придумал. Оно меня даже немного в ступор поставило, потому что у меня до этого как будто было четкое определение, ну, к подобному, а сейчас такое, да не факт. Ну, короче, круто, когда вот так читаешь, знаешь, когда читаешь предысторию, когда ты не знаешь уже конец истории, а предыстории. С чего все началось и начинается? Ты такой: блин, ну да. Короче, здравствуйте! Посмотрел вашу передачу и мне захотелось вам написать, потому что Оля это специалист своего дела, а Руслан опытный человек. Хм. Я из провинции, познакомилась с мужчиной. Он из Москвы. Очень влиятельный. Разница в возрасте 30 плюс лет. Если буду с ним иметь отношения, то буду жить в столице и иметь все, что захочу. Любви к нему нет. Что выбрать? Холодный расчет или чистое сердце? Боль. Я к тому, сердце, что когда как... я знаю конец этой истории, я осуждаю. Но вот сейчас, когда настолько это все просто, ну, когда такое, то есть вот так все начинается. Ну как будто бы, если она не поедет в Москву, то ее сердце навсегда останется чистым. Вообще ну, я, не это факт. Звучит как будто бы. Да, так, да. Нет, ну тут она стоит на самом деле очень простой, банальный вопрос. Мы же с вами обсуждали, помнишь, ты говорила, что выбрать отношения или 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 резорта самого большого в Батуми. Но а тут что выбрать? Отношения? Или менеджером вообще всего самого большого в Москве. Понимаешь, как будто вот так вот. Имеется в виду отношения это не отношения с ним, а какие-то другие отношения. Настоящие, ну имеется в виду, понимаешь? Ну, чистое сердце. Это вот это как будто а, ну, типа будущее. Это pure love. Да, да, следующие, будущие, чистые отношения. Либо быть вот менеджером своей жизни, иметь все. — И вот у меня нет однозначного ответа. Я, безусловно, против эскортниц и всех историй девушек, которые, э, не знаю, находят кого то богача в своем городе, занимаются с ним сексом, вообще его не любя, специально делают так, чтобы от него родить ребенка, потому что это их, ну, как сказать, тотем в отношении, там, будущей жизни. Из-за ребенка теперь он... А? Он, он ей даже как будто бы дальше и не нужен. Он. Ты не знаешь, какие истории? Ты че? Я вообще, блин, у меня в провинции Ворожье столько таких было историй. Прям знал таких, даже таких женщин. Не-не, ну не, это, слушай, это фильм содержа... <клёк> ну, сериал «Содержанки», я понимаю, что... Но тут, смотри, тут <клёк> у меня... То есть вопрос, который бы я ей задала, что ты хочешь делать в Москве? Да, Потому что вот это вот «и там я буду иметь все» – это как будто бы иметь все и ничего. Ну да. Ну, ну то есть вот это вот «я приеду и буду иметь все» звучит очень абстрактно, да? Если себе девушка ответит на вопрос «зачем тебе в Москву?» и «что ты там будешь делать?» Возможно, она обнаружит, что она и без этого 30 плюс, плюс. может приехать в Москву и это там делать. Ну, я имею в виду, что ну, вот ну, она, как а будто ты будто... приедешь, как бы, ну вот она приедет, и что? И все, и у нее все будет. Что у нее будет? А, у нее будет квартира так. на Патриарших рядом так. с Иисусом. Так. Ну, я сейчас, да, рисую, я имею в виду образ, например. Ну, то есть, смотри, она же дает нам вот эти вот триггеры, она пишет: Я из провинции. То есть, как я понимаю это письмо, она говорит: смотрите, я могу ехать в Москву, жить там, например, на Патриарших, у меня будет крутой автомобиль с личным водителем, я буду ходить в салоны красоты, буду посещать светские тусовки, я буду отдыхать за границей. Не факт, что всегда с этим мужиком, которому 30+, плюс, потому что я ему здесь нужна только для, видимо, ну, каких-то редких встреч, что ли, там, или еще, или просто быть с ним вместе, да, там, каким-то образом. Но мы этого не знаем. Ну, я сейчас, ну, коль мы этого не знаем, давай я нарисую. И мне не надо будет врывать жопу в этой жизни, да? Может, она не обладает тем набором знаний, навыков, которые позволили, как ты говоришь, просто честно переехать в Москву и пытаться это все зарабатывать десятилетиями. Либо она говорит, не остаться в провинции и остаться с чистым сердцем. Но она же пишет, я из провинции, а мы знаем провинциальные истории. Ты хранишь это чистое сердце, понимаешь? А потом выходишь замуж за такого пидораса. И вот сидишь на подсолнечном Слушай, ну, смотри, масле. Ну, в, то, ну... в то время когда уже все на оливковом давно все жарят, ты на подсолнечном смотри, ну... херачишь вот такие белиши, заедаешь это все и думаешь: твою же мать, можно было пой... он бы уже умер я, к этому моменту, все бы мне досталось. Я бы сейчас жарил это все на оливковом масле. Ну, смотри, во-первых, однозначно, если представить, что чистое сердце и холодный расчет это два берега она точно уже в воде. Да. Потому что. Это уже обсуждается, правильно? Я ну, мне... ей поступила предложение. Но я имею в виду, что она уже размышляет на эту да, тему, да. Вот и тут, понимаешь, вопрос, так как бы вне морали, да, то есть э, чем отличается эскорт от проституции, да? Проституция это возможность не вступать в отношения, ты получаешь секс, ты платишь за него деньги. Эскорт это все-таки отношения то есть ты условно говоря ей Имитация как будто бы наверное. ну почему ей как будто бы предлагают эскорт. Да? тогда получается что она получит не все бесплатно да? а она будет вкладываться в эти отношения так или иначе будет ну, она их имитировать надо делать ведь, да, безусловно. или она будет то есть она должна быть чем-то интересной да то есть она должна будет поддерживать градус интереса то есть это уже отношения есть категория мужчин и, ну, и женщин, которые вообще в принципе могут строить отношения только с женщинами, которых они содержат. То есть для них условный эскорт, ну как бы большой. приемлем типа. Ну то есть единственный способ строить отношения, скорее всего, у таких мужчин с девушками, которые не которым не нужны от них деньги, да, ну во всяком случае как в первом ряду, эти отношения не сложатся, да. потому что им нужно обязательно платить им. Я только что осознал. Продолжай, я потом скажу. Просто ну, я... то есть, я имею в виду, что то, что ей предлагают, это тоже определенная форма отношений. Да. И если она поймет, что это не Ну, то есть это с ее стороны тоже будет требовать вложения. Если она готова вкладываться так, и для нее это приемлемо, да, и условно этот мужчина, который на тридцать с лишним лет ее старше, будет ее социальным лифтом. И ей так классно, да, то тогда нужно принимать такое решение. Но важно понимать, в какие отношения ты вступаешь. Я понял. В этом даже есть романтика в его предложении. А, он тот человек, видимо, очень богатый. И он, наверное, понимает, что женщину в том круге, в котором он общает, он не встретит. Почему? Ну, свободную, красивую женщину не встретит. Ну как? Ну, ну, ну он, он все время либо в своей машине, либо в. В самолете, либо он на хочет этих совещаниях. По то причинам он хочет да. именно ее. Нет, 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 смотрика а. история. И, наверное, там у них у этих мужиков. Там у них. Неважители. Самолеты. Не да. Там у них. Это вполне допустимый, нормальный, неосуждаемый вид завязывания отношений эскорт. Но так как я являюсь абонентом рассылки эскортниц, он думает: я не хочу себе московскую скортницу, понимаешь? Отсюда, которую... Ну, с которой я куда-то приду, а какой-то тип будет говорить, блядь, такие... По-моему, мне присылали ее вчера. Да, я с ней был год назад или полгода, или летом. Я ездил с ней в Батуми там, кстати, да, там. Есть один прикольный отель в деревне, там швед и грузинка открыли. Он потом съебался куда-то осенью, блядь, И он такой, дабы, типа, мне нет выхода у меня, у меня все равно будет такая женщина, но чтобы она была абсолютно новая, я найду ее вот из провинции, понимаешь? То есть в этом как будто даже такой, что ли, положительный момент, если он такой, эй, ты умрешь там, ты будешь жарить белиши на подсолнечном масле, я понимаю, что ты меня не любишь, я тебя не люблю, но давай я попробую тебе подарить эту возможность. А знаешь, как устроены мужчины, которые предпочитают взаимоотношения с содержанками? Мужчина, скорее всего, чувствует свою малоценность по каким-то причинам угу. внутренне, психически. И тогда ему нужно быть все время со всем своим приданным. С машинами, водителями, которые подсвечивают его и ну, создают ему ощущение, ну, то есть ему нужно ну, там эту пачку конечно. денег нести в руке. Поэтому для них отношение, ну, то есть оплатит, он этой женщине за право в любой момент ее сменить. Оль, я когда-то в детстве узнал, что у меня маленький член. И я сейчас вот там, где я являюсь. Возможно, те мужики узнали, что у них еще меньше член, понимаешь? Ну, это примерно правильно. И поэтому, да, да. да. Слушай, если он будет один, это же нормальная история, удобная, удобоваримая. Ну, то есть, она попробует, с ним ничего не получилось, она такая, ладно, но больше не будет. Мое сердце осталось чистым. Ну, типа, это просто были отношения. Слушай, это вопрос собственных ощущений. Вопрос ощущений внутренней проституции. Мы с тобой обсуждали это на тех. Ну да. Главное, чтобы было по кайфу. Блин, я не знаю, я к эскорту не понимаю, как относиться. Но я же тебе объяснила, как это все: у мужчин, которым нужно тащить за собой вот это вот все, что делает их член больше. У ну них да. не получится отношения с девушкой, которая хочет отношений. Потому что его единственная возможность коммуникации с женщиной, это не вступать, вот, ну, как бы иметь право ее сменить. Да, это опять вот про страх почувствовать себя ничтожным и отверженным. Поэтому для этих мужчин это единственный, поэтому а для этих женщин это тоже какой-то способ, социальный лифт, или, может быть, им так нравится. А для них это вообще единственный способ с кем-то строить отношения. Короче, я вот такому выводу пришел насчет эскорта. Так. Если бы не было бы спроса, не, не было бы, бы и предложения. Такие мы, конечно, молодцы с тобой. Мы очень умные, Оль. Думаю. Нет ощущения. Без зрителей так вообще пиздец.